что хотелось сказать, знаешь, наконец-то появился человек Майрбек Хасиев. Сейчас, я думаю, он на себя хейт весь заберет. Но, блин, я его поддерживаю в этой ситуации, что он остановил этот бой. Многие бойцы решили, что сейчас можно получать деньги только за то, что они просто выходят. И там, что непрофессионально со стороны лиги вот так вот выбегать в клетку, останавливать все и так далее. Да нет, знаешь, я считаю, что со стороны лиги это совершенно нормально. А кто, если не глава лиги, должен это сделать? Я вот это понять не могу. То есть платит все-таки за все это глава организации. И глава организации больше всего радеет. Я тебе сейчас говорю как промоутер в большей степени, понимаешь? То есть я тоже устраиваю бои. И знаешь, то есть ты устраиваешь бои, ты все делаешь, ты хочешь, чтобы людям это нравилось, ты раскручиваешь свой бренд. Тем более здесь, я еще услышал, то есть, что это вторая лига мира. Ну, понимаешь, есть амбиции, есть большие вложения финансовые. Ну и когда, знаешь, ты чувствуешь то же самое, что ты за что-то заплатил, например, тебе продают машину, которая должна быстро ездить, но она не едет быстро. Она на уважении медленно едет, да? Но она на уважение едет медленно. И опять же, вот я тут поддержу Майрбека Хасиева, он сказал, что спору нет, уважение, все, но здесь же работа. Здесь вы пришли, если вы на уважение, зачем вы вообще выходите? Но они дрались как на спарринге. Это все-таки профессиональный спорт, ребят. Ну блин, здесь люди пришли, правда, ждали этот бой. Кто-то сидел допоздна у телевизоров. Понимаешь, вот он, этот бой, например, в следующий раз человек, да блин, я больше не буду сидеть. Вот зачем я жду? Столько разговоров, столько раскрутки, а по А факту, вдруг блин. опять? А вдруг опять такой? Ну, конечно, кто говорит, что со стороны лиги это было непрофессионально, ну, скажите мне тогда, а со стороны бойцов это профессионально? Но, блин, я смотрел сейчас этот бой, комментаторы об этом говорят. Артема Резника спрашивает, он про это говорит, что они дерутся на уважение, что они дерутся. Даже рефери, я впервые такое видел, предупредил их, что если они не будут драться, вам предупреждение. Ну, было такое? Знаешь, то есть, если одному человеку показалось, тогда может быть да. Но когда всем, ну это что же, тоже так не может быть.